Любить за что-то или вопреки. Несмотря на суровые зимние морозы, затянувшуюся весну, как в этом году, или за невероятно красочные закаты, белые пески и низкие облака. Сургут – один из старейших городов Сибири, самый крупный муниципалитет Югры. По скромным подсчетам, в нашем городе более 35 культурных мест. Среди достопримечательностей и скульптуры, и арт-объекты, и памятники, необычные и даже исторические архитектурные решения. Наряду с этим, в нашем суровом уголке Уральского федерального округа природа балует сургутян своей необузданной красотой. Зимой это хрустальные под инеем деревья, летом белые ночи и яркая зелень. Красота в глазах смотрящего. Именно такими на Сургут посмотрела наша съемочная группа. Карина Алексанян продолжит. Сургут – город контрастов, где смешались эпохи. Рядом с капитальными высотками можно окунуться в атмосферу 19-20 веков. Например, в историческом центре Сургута на Просвещение 7 расположился объект культурного наследия народов Российской Федерации – памятник архитектуры – усадьба купца Галактиона Клепикова. Резьба на фасаде этого здания до сих пор осталась на 90% оригинальной. Есть в нашем городе не только дома прошлых столетий, которые поражают своей архитектурой. Например, Биг Бен на Островского. Зданию лишь 18 лет, но оно одно из самых узнаваемых и ярких строений в центре города. Частица Англии в Сургуте выполнена из бисерного стройматериала, который имеет внешнюю схожесть с диким камнем. Украшают башню часы, сделанные в Великобритании, и покрытые настоящим сусальным золотом. Они, конечно, раза в три меньше оригинальных, но смотрятся точь в точь. В начале лета в нашем городе зацветают тюльпаны, которые высаживают обычно осенью. К слову, на проспекте Мира уже несколько лет не производили высадку луковичных, а там все еще всходят единичные экземпляры и радуют глаз. Мы спросили у жителей, что нравится им в Сургуте и где их любимые места для прогулок. Любимые места? Вот. Одно из любимейших – Речпорт, потому что мы живем тут недалеко. Ну и, мне кажется, в Сургуте достаточно много мест. Парк Засаймы, Кедровый, Лог-парк, где еще у нас есть. Ну, вот Газпром где. Ну, много в последнее время же это. Вот привели своих гостей из далекой Башкирии. И везде их теперь ищем, такие места. Красивые сейчас парки стали, набережные. Вот, город самый красивый, вечером едешь, иллюминация какая, душа радуется. Естественно, памятник основателям Сургута, который все знают. Памятник Тарасу Шевченко, поэту Островского. Памятник Пушкину возле библиотеки Пушкина, где 6 июня всегда собираются люди. Ну и вот в Речпорту обелиск. Наш город богат на более чем 25 памятников, есть и около 10 скульптур. Сургутским солдатам, ушедшим на фронт, авиаторам, геологам-первопроходцам, труженикам рыбокомбината, основателям города. Кстати, почти все в городе на Оби имеет название, и часто они очень знаковые. Все ли местные знают, что памятник основателям Сургута установлен именно на площади 400-летия города? Ровно 20 лет назад, в этот день, 15-метровую бронзовую композицию установили здесь. И теперь это место по праву считается сердцем Сургута. А легкими Сургута в народе называют парки и скверы. Это 237 гектаров леса. Всего же в городе почти в два раза больше зеленых участков, около 1500 гектаров. Наряду с березами, тополями, елями и соснами в самом крупном муниципалитете Югры летом расцветают черемуха и яблоня. Отличный, прекрасный город. Я живу здесь 12 лет. Я гражданин России, мне нравится Сургут. Прекрасный город. Люди вежливые. Сургут? Город возможностей. Сургут – это дом, любовь, жизнь. Наш город богатый на романтические уголки. В сквере за дворцом торжеств, например, с наступлением темноты, кольца качели подсвечиваются неоном.
Помимо очевидных достопримечательностей, в Сургуте есть и атмосферные локации, до которых может добраться не каждый местный житель. Самые красивые и интересные места команда «О-Медиа Сургут-24» продолжает подбирать в нашем телеграм-канале. Карина Алексанян, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное».